Где? А, я опять в этой лаборатории, да? Посмотрим. Да, в этой лаборатории. Это для класса D. Так. Ребята, я сейчас попробую сбежать через гейт Б. Попробую сбежать из гейт Б прямо к гейт А. Ну так я попробую. Ребята, короче, в гейт Б очень плохая концовка. Очень-очень плохая концовка. Там 682. 682 был на свободе. Эй, ты куда? А ну-ка. Пью! Давай, бежим отсюда. Ой, тихо. Ай, блин. Попал. Тихо. Ай, больно. Фух, так, куда нам сюда, да? Я помню эту карту, но только теперь мы будем проходить в другом месте. Я буду проходить вот так вот, все как по одинаковому, как к гейт А, но я буду проходить на гейт Б. Так, давай, фух. Скроется? Да. Хорошо. Так, бежим. Это что за... Так, помню эту комнату. Я знаю эту комнату. К SCP не пойду я. Давай. Есть. Так. Куда нам идти? Сюда? Нет. Куда что пойду прямо? Уже давно не помню, как это походить. Ну, блин. Бля. Ладно, побежали. Так, сюда. Нет, сюда я не пойду точно. Да, блин. Давай вернусь. Так. Пойду-ка я вот сюда, в эту сторону. На, угадал. Итак, ребята, я еще не использовал SCP, но я не хочу умирать, так что я побежал в ту сторону. Так. Опа. Что я нашел? Алмазик. Так. Да, я помню это место. Попробуем пойти в другую комнату. В другую комнату? Например, вот сюда. Я там не был. Сейчас сюда пойду. Какого? Да вы издеваетесь. Короче, ребята, я выбрался. И что это за место? Ой, патрончик. Ой. Блин, простите, что я читерство сделал. Ну, я хотел поиграть. Это кто за место? Я тут не был. А, тихо! Это лифт! Это тот лифт! Ой, фак. Нет. Даже об этом не думай. Сразу пойдем обратно. Пойдем в той стороне, которой я там был. Так, ой, так, слышня, собираемся. Ну, блин, а. Что, блин, я не понял я. Собираемся. Опять. Так, понял. Пойдемте-ка обратно.
Сюда? Нет. Там не идти, я уже все позабыл. Одеваемся. Ну подожди, я тут сделаю видео и все. Ты потом дома сделаешь. Одеваемся. У меня уже запись идет. Так что мне сделать? Завтра идет. Потом завтра идешь. Так. Так. Так, ну 49, понял. Я всегда хотел найти SCP-096, но это сложно. Так, 682, понял, 682. Я уже нашел место. Итак. Все. Мы идем к гейт А, потом мы уже обратно идем к гейт Б. Блин, в ответчике вы не видели гейт Б, но я вам покажу, как можно из него сбежать. Окей. У нас SCP. Где тут наши? А вот они. Сидят там, стоят. Да блин, Семен, жди меня давай. Топ-топ! Семён, ты за что? Так, вы что, глуховатые? Сейчас сделаю видео и все. Так. Так, вот это место. Ой, только не Тесла. Хоть не ударился, наконец-то. Куда идти? Сюда, что ли, сюда. Бежим. Скорее. Так. Сюда. Бежим. Так. Вот. Так вот. Он дошел почти до этого места, где я только что был. Так. Да, блин. Ой, а эту дверь я не замечал. Ну что, не было тут? Ого, новый коридор. Вау, идет вверх? Может, это выход гейт Б? Так. Эй, а это что за место? Это же спальня ученых! Стоп, а тут есть дверь? Да ладно! Обалдеть! Ладно, я не буду их открывать. Так что я... Это что? Я здесь не был. Ни разу не был. Блин. Вот сюда. Хватит уже их повторять назад это все. О! Вот здесь я не был. Так. А вот что вот здесь? Это что? Это гейт Б! Ура! Так, побежали! Быстро! Ой, вот, все,
Вот. Одеваемся, Гордей. Да, блин, сейчас я уже закончил. Да, блин, все равно. Давайте одеваемся. Какого? Побежали через вот сюда, потому что это самое лучшее место. Нет, лучше сюда пойду. Так, давай сюда будем одеваться уже. Уже последний серий, и все. Давай, телефон сдаем. Обезьяны. Давай, иди, иди. Одеваемся, мальчики. Давайте, быстренько. Давай, давай, давай. Не получается. Так, надо выключить это. Так. Да блин, не могу выключить. Мне капец. Короче, если понравилось мое видео, ставь лайк, подпишись на мой канал. И всем пока-пока. Это был последний час SCP-секрета лаборатория. Всем пока-пока.